Приветствую. Новый день. Выгружаю свой прошлый влог. Прописываю описание. Только что выключилась PSP-ха. Тестировал ее от полного заряда в GTA Vice City Stories. И протянула она ровно 1,5 часа. Прям 1:30 в GTA Vice City Stories на максимальной частоте. С максимальной громкостью и яркостью. 1,5 часа. Значит, если играть во что-то менее требовательное, она бы проработала 2 часа. Этого очень мало. Надо бегать с пауэрбанком. А нормальный аккумулятор, наверное, сейчас уже и не купишь. Хотя, не знаю, может, есть какие-нибудь производители. Но 1,5 часа — это насмешка какая-то. Ни фильм не посмотришь, ни игру не проходишь. Я в LEGO Star Wars играл, там такие длинные туры. Один тур больше часа можно играть. Думаешь, что это 3, а когда он заканчивается, оказывается, что это был 1 всего лишь. Тут рядом прям, да? Время 11:30 вечера. Вышли с Полиной прогуляться по райончику. А тут морозная свежесть. Ну, не морозная, но довольно прохладная. Дома комп нарендерил, жарко. А тут прям холодно. Звезды видно так на небе хорошо. И почти полнолуние. А ведь будут же, наверное, камеры, как глаз когда-нибудь почти. Просто я сейчас небо светлое довольно вижу, такое темно-синее, кучу звезд. А смартфон туда направляешь, ему, конечно, там очень темно. Луна такая яркая, что от нее аж тени от лунного света. Вот, а смарт этого пока что не видит. Стоит Нива этого алкаша, который разбил мне машину. Давно его здесь не было. Вернулся таки, падла сутулая. Наконвертировал кучу фильмов и сериалов. Там уже папка такая увесистая получилась с этими видео. Теперь много MP4 у меня. Надо это все сортировать по папочкам. А мы ложимся еще поспать. Сижу, конвертирую файлы. Уже очень много наконвертировал. Но некоторые сериалы, вот «Вампиры средней полосы» второй сезон, очень долго конвертятся. Почему-то ему сложнее дается. Наверное, из МКВ в MP4 это все дело сложнее происходит. Мне интересно, что если подключить через ОТГ переходник на USB-A геймпад от PlayStation 3 оригинальный к PSP. Будет ли он работать? Или я просто размечтался? Просто они из одного времени примерно. И было бы круто, если бы на PSP-хе можно DualShock 3 было бы играть. Поставил еще игр. Скачал «Лови волну». Я помнил, что она классная. И она действительно намного круче, чем PS3 версия. Мы играли вчетвером на PlayStation 3 версии. Tony Hawk Underground 2 скачал. На скейте гонять. Ford of Road Racing. Хорошо так работает. Вот некоторые игры, в основном гонки на PSP, с какой-то черезстрочной графикой. Там часть пикселей пропускается. Gran Turismo, вот это, Ford of Road Racing, Sega Rally. Вот сразу 3 гонки вспомнил, у которых графика черезстрочная. Когда у меня была PSP 2000, это было видно. Там же экран качественней. И было видно, что они полосатые. Я из-за этого Gran Turismo не любил. А еще там физики нет. Некоторые хвалят Gran Turismo, но она ужасная. Повреждений машин нет, физики нет, еще и графика полосатая. Пиратов поставил. Пираты полностью на русском языке, даже с озвучкой. Я вообще в свое время их пропустил. На компе она у нас запускалась один раз, и все, больше не работала. Один раз играешь сколько хочешь, вышел из игры, и больше она не запустится. А комп не мой был, комп был общий, семейный, и играли на нем по кругу все, кому хочется. Вот то, что сильно порадовало, это «Лови волну». Офигенная игра. У нее и приюшка вот эта крутая, и меню классное. И здесь несколько режимов есть игры. Если в PS3 версии там только трюки, серфинг, то здесь гонки есть. Короче, здесь около 5 режимов игры, а там вроде только один, насколько я помню. И сюжет здесь намного длиннее. А PS3 версия, кажется, за 1 час 50 минут проходится. 2 лока-рока закинул. Первую и третью. Я сам вроде первую и вторую прошел, а третью не прошел. Она прям какая-то сумасшедшая совсем, сложная.
Ну и они там орут, вопят, следы оставляют, за ними след остается. В Медиевиле я быстро взял и застрял. Все, больше не знаю, куда идти. Бегаю там по локации из стороны в сторону, все зачистил, ворота закрыты, чтобы они открылись, нужна руна, а где ее взять, непонятно. По Лего играм уже что выяснилось, что Гарри Поттер намного менее качественный, чем Лего Пираты. И вообще Лего Пираты лучше всего. Вот моя любимая, она на PS3 и на компе была, так еще оказалось, что и на PSP Лего Пираты лучше всего современнее графонисти сделаны. И они больше всего похожи на старшую версию с компьютера. А Гарри Поттер какой-то другой, Star Wars тоже здесь свои какие-то мобильные. Тачки вот эти, Орама, я так понимаю, что это третья часть. Первую, вторую надо скачать, у меня так получилось, что есть третья. Я играл тачки на компе, и там давали свободный режим гонять по Радиатор Спрингс, по вот этому городку. Просто, без не в режиме гонки, ты по нему в свободном режиме катаешься по городку, разглядываешь, под деревьями стоишь в теньке. Вот это было клево. Надо что-то такое найти. А вот это чисто гонки. Врубаешь гонку, она заканчивается, выходишь в меню и все. И свободного режима вроде нет, а хочется свободно гонять. Вот эти две игрулины я гонял, когда электричество выключали. Stand of Food, это типа мастер-бургер местный, еду готовить на скорость. И Field Runners, очень знаменитая игра, Tower Defense. Наверное, она еще была до того, как Plants vs. Zombies первая появилась. И Luxor 2, графонистый. Классный. Он графонистый на всех платформах. А вот эти монстрики, у меня даже Настя спрашивала. А помнишь, мы, говорит, какую-то игру по Wi-Fi играли на PSP? Как она называлась? Запомнила же она. Там тоже Tower Defense. Идут монстры на тебя по лесу, а ты превращаешь деревья в турели. Там очки накапливаются боевые. И эти очки тратишь на то, чтобы поставить турели, которые будут оборонять тебя, базу. И вот это дело можно играть по Wi-Fi вдвоем по сети. Вот Лего Пираты прям классные. Ну, нормально у них играется, увлекательно. В отличие от Лего Star Wars и Лего Гарри Поттера, она пока лучше, кажется. Хотя Star Wars я еще потестирую. Вроде тоже неплохие. А когда выходил Flatwood Hayaton, мы аж не верили, что он будет такой. Думали, это какой-то развод. А он действительно как комповая версия вышел. С теми же трассами, с теми персонажами. Крутая получилась гонка. Жалко, что на PSP нельзя игры сортировать вот здесь. Они здесь лежат в том порядке, как ты их загружал на карту памяти. А мне хочется порядок здесь навести, чтобы GTA-шки были рядом, чтобы игры о Crash 3 штуки были рядом, чтобы все LEGO-игры тоже в ряд стояли. Они здесь разбросаны в порядке загрузки. Так что, чтобы навести порядок, придется все это дело заново сюда загружать. По магазину ходил, у меня музыка играла с Liberty City Stories. Асфальт 2, вот графонистые гонки, это одна из первых игр, что у меня была на PSP, на моей, той белой 2000-й. Я Асфальт 2 играл еще на Nokia 6600, на Symbian на 7-м, потом на N73 Nokia, графонистая игра, так она и здесь оказалась с хорошей графикой, классная. Patapon это типа конкурента Locoroco, вовремя надо кнопки нажимать, но не мое. Если Locoroco я очень люблю, то Patapon не особо понимаю, но есть фанаты таких игр. Ассасина вчера запускали. Полина такая: о, давай, сейчас я у тебя PSP отберу. Она же ассасинов всех попроходила на старших платформах, на компе. А сама начала в эту играть, и управление не понравилось ей. Ушла в итоге, бросила, не стала играть. Не получается у меня ходить тут даже, говорит, не то что драться. Вот этот вот аналог. Я когда увидел PSP в видео несколько лет назад, до того как купил, я не понял, что это аналог. И Полина вчера тоже не поняла. Она думала, это динамик. А я, кажется, думал, что это такая кнопка или техническое какое-то приспособление для обслуживания консоли. Не знаю, в магазине я не понял, что это аналог. Инструкции-то там не написано, аж просто стоит на стенде, как iPad. Типа повертеть в руках. А это, оказывается, компактный аналог, чтобы он в кармане не цеплялся у тебя за одежду. Но и крутится он не очень комфортно. Кстати, вот это еще отличие было. У моей 2000-й он как-то дергано крутился здесь, наклонялся. Аналоговый стик этот. А у моего друга на 3000-й он плавный был. Но здесь уже тоже не плавный, он неравномерно, усилия на него даешь. Он сначала застревает, потом он начинает двигаться, он там во что-то упирается.
Но люди, знаете, они в пылу игры забывают о консоли, что за ней там надо следить, ухаживать, аккуратным с ней быть. Они начинают не просто отклонять аналог вперед, а еще и давить. И здесь на корпусе аж царапина от того, что они давят вперед, чтобы персонаж бежал. И он касается корпуса и натирает здесь аж полосу. Я такое много раз видел, вот люди, которые не думают о консоли, просто давят. Есть же странные персонажи, джойстики убивают вообще, продавливают аналоги, там слишком сильно жмут на кнопки. И вот эта вот история с аналогом, который царапает корпус, сразу видно, что кто-то агрессивно играл. А еще кнопка квадрат нажимается как-то туповато, мягко, как будто на нее сильно давили. Возможно, в файтинге кто-то играл и сильно давил квадрат. Треугольник, кружок, крест нормально нажимаются, а с квадратом какие-то проблемки. Ну и по поводу корпуса в комментариях написали, что это корпус Сали. Собственно, я это же сразу и подумал. Думаю, слишком хорошее у нее состояние, не покоцанное, и она подозрительно легкая. Моя 2008, по-моему, была тяжелее. А это какая-то слишком легкая. И я тоже подумал, а еще у нее же пластиковый экран, он же не стеклянный. Соответственно, ты его протираешь, вот он постоянно в пылюке, вот. Ты его протираешь, и он царапается очень быстро, он же пластмассовый. А он почти не покоцан. Я свою мягкими тряпочками протирал 2000-ю, и он весь зацарапанный был. А тут он почти не царапанный. Так что, наверное, реально новый корпус стоит. Но я подумал, что бы я хотел, оригинальный покоцанный корпус или какую-нибудь подделку среднего качества, ну новую. Конечно, я бы хотел лучше новую подделку, потому что смотришь эти PSP-шки на Авито, они такие некоторые ушатанные, жестко. У них не то что царапины, они как-то умудряются вот это глянцевое покрытие сдирать до матового пластика вот так вот кусками, как будто облили какой-то кислотой, ее разъело. Все это выглядит не очень. Память кончилась на 4-торовом жестком, где фильмы лежат. Приходится что-то удалять, перетаскивать, сортировать постоянно, чтобы что-то туда еще влезло. Человек сегодня написал на Авито, что будет в Сочи, у него 8-торовый есть жесткий. Правда, без проверки, и покупать его нервно. После систем видеонаблюдения, я так понимаю, 8-терабайтный жесткий диск. И вот тупо встреча на нейтральной территории, без проверки, нервно. Меня как-то так киданули. Продали мне за 1500 рублей, кажется, на 1 терабайт убитый Western Digital жесткий диск. Опасненько, но у человека нормальный вроде профиль. Не только что созданный. Она пачкает кашу молоком. Это вместо хлопьев. Не слишком аппетитно. И немного кофеюки. На завтрак. Разогрев еды под лампой. Ну, может быть, это даже работает. Раз она пол прожигает, то и еду подогреет. Бедолага, лежит такой грустный. Ему ухо оторвали. Кто оторвал, не знаю. Оно вот регулярно отдельно лежит. Полина его никак не пришьет. Вроде как нитки потеряли с иголками, где это все лежит. Чувак теперь с одним ухом. Пока мы не увидели в магазине Хофф вот эти подушки по 100 рублей. По 100 рублей подушки. Написано декоративная подушка для дивана, типа, да? В богатых домах они просто на диване валяются. Так вот, пока мы их не купили, мы на этом бараше спали. У нас была конкуренция за него. Кто сегодня спит на бараше? У нас подушек не было. Но теперь мы штук 8 купили этих подушек, и бараш отдыхает. У него отпуск. Но ухо надо ему вернуть. Выходит недавно моя сестра Настя из комнаты, мы были у них в гостях, и говорит нам с Полиной: не понимаю, как вы находите чем заняться, у меня вот выходные, и мне, говорит, скучно, не знаю, чем себя занять. А ей муж подарил игровой ноутбук с нормальной начинкой, с видеокартой, лежи под одеялом, да играй там в Sims 3 и в кучу других классных игр, о которых ты могла только мечтать раньше на старой развалюхе, на старом ноуте. Нет, она заскучала. Говорит, как вы находите чем заняться, когда работы нет и ходить куда-то не нужно. А я наоборот, тут сейчас ощущение такое, что надо что-нибудь посмотреть, какой-нибудь фэнтези, фильм охота позырить. В Call of Duty не играли несколько дней. На PSP-хе хочется в кучу всего поиграть. И у тебя времени в сутках как будто должно быть там 3 раза, блин, 72 часа, чтобы это все успевать. Еще же спать надо когда-то. Финансы считать, работать и, что я там еще забываю постоянно, расходы записывать, а еще видео монтировать. И времени на развлечения жестко не хватает. А некоторые говорят, что не могут себя занять чем-то. Говорит, куда вы деваете свободное время? Эти люди, которым бывает скучно. А мир такой интересный, некогда скучать.
Полина лежит, у русскоязычных пиратов гоняет на PSP-хе, а я пошел в подвал и поискал диски свои, нашел коробки от них. Думал, это будет очень тяжело, но я примерно знал, где они, и нашел. Но проблема в том, что это пустые коробки, дисков нет. Их 4 штуки, 2 это диски моего друга, и он продал их моей сестре. Там были, короче, 2 GTA-шки, причем разные, Vice City Stories, смотрите, разных изданий. Одна моя, одна друга. Мне нравится больше вот такая, белая. И я себе буду искать теперь такую, чтобы купить, потому что диски пропали. Я его точно не продавал, я когда продавал свою PSP, оставил его себе, но на место ее не положил, и теперь он пропал. Он у меня на полке лежал, а потом были 2 переезда на другие дома, и диск потерялся. А это моего друга. И там внутри сохранились бумаги вроде. Там же постер должен идти. Всякие ништяки от Rockstar, они же любят к играм с открытым миром карту добавлять, постеры, вон они там внутри лежат, в обоих вроде есть, но дисков нет. А Женин, сестры, он до последнего был в самой консоли, а где сама консоль, мы с Полиной найти не можем. Мы когда искали диски от PS4, там рылись и нифига не нашли. В общем, вот коробки есть и с бумагами даже. Многие вот эти постеры теряют, достают куда-то на стену там или куда-то девают, как газету, может, выкидывают. А они здесь на месте. Еще вот такой есть Pro Street. Нам отдали кучу дисков для PlayStation 2 вроде. И там в пакете с дисками для PlayStation 2 был вот этот бокс от PSP. Но самого диска там также не было. Мне только бокс вот этот отдали. Он пустой. Но, к счастью, есть хотя бы один диск, с которым мой друг купил PSP в видео. Star Wars Battlefront Renegade Squadron вот этот. И там диск есть, так что я сейчас дисковод смогу проверить свои PSP-хи. А себе буду искать вот такую GTA-ху. Тут такая сзади привлекательная у нее обложка, классная, красивые арты игровые. И написано, что беспроводная игра от 2 до 6 игроков. Прям круто, самая графонистая, возможно, игра, или почти самая, с большим открытым миром на PSP, так еще и до 6 игроков мультиплеер. Вообще супер. PSP-ха на превьюшке. В общем, включаю, и чувак пишет, моя любимая игра на PSP, запускает на 3000-й PSP-хе в хорошем состоянии, вставляет диск и играет в GTA Vice City Stories именно. Очень жаль, что нет Red Dead Redemption на PSP. Сделали бы они вот ту самую 2010 года PS3-шную на PSP. Ну, кто-то скажет, ага, губу раскатал, Rage на PSP, ха-ха, смешно на таком проте. Она же очень требовательная, но на PS3-шке-то не очень ловко переваривается. На PSP как она работала бы? Ну, в общем, вестерна мне не хватает. Сделали бы не ее, еще же Red Dead Revolver есть. Вот это более реалистичная мечта, да, чтобы с PS2-шки был порт. Интересный факт для консольного чувака. Я купил свой первый диск с игрой Blu-ray для PlayStation 3 раньше, чем саму консоль. Был, значит, день, когда я шел покупать себе игровую приставку или руль. Я поехал смотреть игровую приставку, но чтобы ее проверить, дисковод. Вертлявый был продавец, отвечал на вопросы он неохотно, и я решил купить диск сразу себе, чтобы проверить, рабочий ли дисковод. Она была прошита, я ехал ее брать. Оказалось, что дисковод не рабочий. И я не стал ее брать, она была потрепанная, без коробки, PlayStation 3. Я купил MotorStorm себе первый. И вот приставку я не купил, а те деньги пошел в тот же день, потратил на руль Logitech Driving Force GT. И на компе сидел, с ним играл. Разочарован был, ведь хотел PlayStation 3, а других объявлений не было. Я хотел прошитую с рабочим дисководом. И у меня месяцами лежал купленный диск MotorStorm. Раньше как? Не работали абсолютно вообще игры, если не вставлен диск в привод, хоть какой-нибудь. И если ты в игру уже играешь и открываешь крышку дисковода, открывалось хоум-меню вот это на PlayStation и спрашивало выйти из игры, а тут этого всего нет. Прямо во время игры открываешь привод и все не происходит. Хорошо, что хотя бы один диск уцелел, остался. Он довольно, кстати, чистый, на нем особо не видно плесени какой-то. Будем пробовать. Сейчас я узнаю, рабочий ли у моей новой PSP-хи дисковод. Если рабочий, то пойду в магазинчик и, может, куплю какую-нибудь интересную игру. Ну, хотя, чё уж какую-нибудь, я же знаю, что я хочу GTA Vice City Stories. Сейчас писал человеку в другом городе на Авито по поводу GTA Vice City. У него там объявление, диски по 300 рублей. В общем, её он уже продал. Я пишу, отличная игра, купил бы и намного дороже. Он пишет, да, согласен. Ну, будем слушать. О, есть звук.
шумит, шуршит, вибрация пошла, кряхтит. Есть, увидел. Здорово. Его, может, не использовали несколько лет, хотя уж не знаю. Человек, получается, в июне прошлого года ее купил вроде. Он мне сказал, что купил ее летом, владелец прошлый. Сказал, что купил ее летом прошлого года. И там какие-то данные июньские, игры закачаны в июне 23-го. Я думаю, дисководом тут давно не пользовались. Это вот мой друг купил PSP-ху новую в видео. Она у него была не прошитая, и у него была вот эта игра. И, наверное, у него даже не было карты памяти. А вот и сама игра. Мы играли Battlefront 2, что ли, на компе. По локалке с другом. Там была снежная карта. Это я что, гранатой кидаюсь? Сейчас подумал, что на самом деле такая игра Star Wars больше бы понравилась другому моему другу, у которого была 3000-ная PSP, а у него была Gran Turismo. А у того, у которого была вот эта Star Wars, вот это его был диск, ему больше бы как раз подошла Gran Turismo. Потому что он больше любит гонки, а тот, у кого была Gran Turismo, больше любит стратегии. Ну а я всегда любил экшены или аркады какие-нибудь. Crash Bandicoot, GTA, чтобы сразу весело, без всяких трудностей. И что-нибудь с открытым миром. Сейчас вдруг понял, что если тут есть такой режим, типа захвата точек или команда на команду с ботами играть, то я бы даже сейчас в нее играл. Раньше мы не понимали с другом, что в ней делать, интереса к ней не проявляли. А сейчас я понял, что, возможно, даже буду в нее играть. Хотя диск хочется вернуть назад, потому что вот была GTA-ха у меня в дисководе. И где она теперь? Диск теперь непонятно где. Надо с Полиной туда залезть, перебрать все пакеты. Может, она в пакете с вещами россыпью лежит. Но я ее уже много лет не видел, GTA-ху свою. Наверное, она пропала давно, и я этого, к сожалению, не заметил из-за переездов. А еще знаете что? Хочется купить на нее хорошую игру в дисковод и другой аккумулятор. Знаете зачем? Чтобы прибавить ей вес, потому что она слишком легкая, и из-за этого ощущения странные, будто ты безделушку держишь в руках какую-то. Не привык я уже к таким легким устройствам. Хочется, чтобы она побольше весила, и у тебя было ощущение качественного предмета. Поэтому хочется какой-нибудь аккум туда увесистый и диск, чтобы был в приводе. Сейчас она на несколько грамм, наверное, потяжелела, но все равно незначительно. Играю с ней, как будто это новая какая-то игрушка. А этой штуке уже дофига лет, да? Можно смело говорить, что PSP-хе уже 15 лет. Блин, 15, это уже много. Когда говоришь, что какой-то вещи 20 лет, сразу же осознание, что это уже другая какая-то эпоха, другие технологии, но сильно устаревшая. Сейчас как будто оно подзамерло. Портативный гейминг вообще довольно сильно встал на несколько лет. И реально PSP-шка, если она там 2005 года, грубо говоря, она примерно тогда появилась, и очень много крутых игр сразу тогда и повыходило, в 2005-2006 году. Я вот по сайтам лазю, и там год указан выпуска. И именно в 2005-2006 повыходило много крутых игр сразу в начале, и многие из них так и не были перебиты по качеству. И вот за это время, получается, лет за 15 и даже чуть больше, так ничего портативного годного и не вышло. Не, ну может, я и соглашусь, что Vita лучше в чем-то. Я недавно узнал, что у Vita OLED-экран. К моему стыду я этого не знал. А может, у первой версии был не OLED. В общем, кто-то сказал, что там OLED. А это уже совсем другой уровень качества. Может, я и признаю, что Vita в чем-то круче. Но то, что там несъемный аккум, и корпус такой, и экран с большими рамками. Она более круглая такая, у PSP-хи более такой современный дизайн, квадратненький. А Vita, она такая, как это, яйцеобразная, овал какой-то со скругленными углами. Это не очень эстетично смотрится. Для коллекции, конечно, хотелось бы и Vita взять. Я еще вчера понял, что был период времени, когда у меня были 4, все 4 PlayStation. Пятой не было, и у меня была первая, вторая, третья, четвертая одновременно в доме. Я вот их, не думал как-то об этом. Две лежали на первом этаже, первая и вторая. А третья и четвертая у меня в комнате. Можно было бы их собрать и все в одном месте держать. Но знаете, как тяжело найти телевизор, чтобы там были RCA-входы, тюльпаны, чтобы первую и вторую PlayStation подключать. Это прям непросто найти в продаже такой телек. Постоянно первую и вторую PlayStation некуда подключать.
Честно говоря, некоторые видео даже выгружать не хочется, потому что критикуют, пишут, что ты фигню какую-то снимаешь. Пишет, у парня даже нет идей, что снимать, он снимает влоги. Я действительно ж сижу дома и ничего особо не снимаю. И думается, эх, сегодня бы пропустить, все равно ничего интересного людям не покажу. Но неохота прерывать комбо, ведь я с декабря выгружаю каждый день, так что и буду стараться продолжать это дальше. А на этом сегодняшний день все. Всем до завтра.